Здравствуйте. Сегодня я хочу показать вам обзор трех сервисов для создания интерактивных плакатов. Первый сервис – это Genially. После регистрации мы с вами открываем категории Genially, находим интерактивный плакат. Вот, открываем эту категорию. В данном случае я использовал чистый бланк, то есть не использовал те шаблоны, которые здесь предлагаются. После того, когда я нажал на это чистый бланк, мне было предложено загрузить основу моего плаката. Вот, для этого я уже скачал предварительно карту Африки в данном случае и загрузил ее через вот этот сервис Imagine. Итак, у меня получилась карта. Затем я на эту карту нанес интерактивные точки. Вот вы видите в виде такого вот глаза, да, то есть для того, чтобы просмотреть. Плакат я делал достаточно простой и покажу сейчас просто на примере, что можно было сделать. В данном случае я нашел мне было предложено, прошу прощения, уже готовое изображение, вот интерактивное. Я скопировал то количество изображений, вот этих, которые мне были необходимы, разместил их по полю карты. Это было связано с тем, чтобы не менять ни размер, ни цвет, то есть сделать все более-менее единообразно. После этого я подготовил изображение животных, которые обитают в Африке. Вот, ну, понятно, что это не все вот, животные. И что я сделал? В данном случае, когда я нажал на вот интерактивную точку, да, мне было предложено выбрать, что мне выбрать. В данном случае я выбирал всплывающие окна. Что сделал? Здесь я записал название животного, на изображение загрузил изображение животного через вот эту кнопочку. Вот загрузить изображение. Здесь можно использовать очень много различных возможностей в зависимости, что вам нужно, и видео, и ссылочки, и так далее. Обязательно я скопировал URL, ссылку на данное изображение, и добавил ее сюда. Вот здесь у нас будет появляться ссылочка. Вот я использовал вот это окошко, да, вот всплывающее. Вот, и здесь добавил ссылку. После этого я сохранил после загрузки. Вот, и таким образом в этом же ключе я делал и далее все эти изображения. Ну вот давайте я просто покажу, что можно сделать. Вот смотрите, я правой кнопочкой нажал копи, то есть скопировал. Вставить. У меня вот вставилось, да, но тут уже у меня есть изображение, поэтому я его просто-напросто удалю. Вот, пусть это будет жираф, я покажу, как это делается. Вот, мы с вами нажали. Я нашел своего жирафа на рабочем столе, перетащил его сюда. Ну вот, и после того, когда загрузилось, вот это знак ссылки, вставил сюда знак ссылки и сохранил. Вот, но так как я этого делать сейчас не буду, я просто-напросто уберу все это, и эту тоже точку я уберу. Вот. Вот так создаются упражнения. После того, когда вы все здесь внесли, присваиваем имя. Ну, пусть будут это животные Африки. Вот. Обязательно сохраняем. Вот, следите за сохранением. Вот. Вы можете просмотреть, как это будет выглядеть у вас. Вот вы видите, да, что при наведении открывается картинка и есть надпись. Вот. Вот таким образом. Если вы все сделали правильно, нажимаем поделиться,
Если вы желаете, чтобы этим шаблоном воспользовались и другие участники группы, можете поставить вот бегуночек здесь. Проверяете животные Африки, нажимаем «Поделиться», выбираем ссылочку, вот, и копируем вот эту ссылку, вот, и делимся своей работой. Это сервис Genially. Следующий сервис, который я хочу показать, как я создавал, это сервис Tiglink. Вот. Вы, когда откроете этот сервис, пройдете регистрацию, вот здесь есть кнопочка «Создать». Вот. Точно так же у вас открывается, ну вот давайте я нажму, открывается папка «Загрузить», вот, «Загрузить файлы». Я выбираю свою основу «Африка», и вот она он у меня загружается. Вот. Далее мне предлагается продолжить. Ну, так как у меня уже он есть, я просто покажу на том примере, что я уже здесь делал. Итак, я выбираю редактирование. Обратите внимание, в режиме редактирования у вас появляется вот такая синяя кнопка «Создать тег». Я нажимаю «Создать тег». В данном случае выбираю верхнюю часть, где «Добавить текст и медиа». Вот. Обратите внимание, что я делаю здесь. Нажимаю «Изменить иконку». У меня единообразная со знаком «плюс». Выбираю зеленый цвет. Здесь пишу, ну, например, пусть это будет такой же «жираф», да? Пишу «жираф». Вот. Сюда прикрепляю URL картинки и нажимаю «добавить видео». Нахожу у себя жирафа, вот он у меня здесь спрятался. «Открыть». И у меня жираф, собственно говоря, появляется. Вот. Вот таким образом, да, у меня получается. Но смотрите, вот он, жираф появился вот здесь. Вот. Я должен его перетянуть на то место, где он у меня должен быть. Но так, когда... И после того, когда вы уже все поставите вот эти горячие кнопки, да, вот, нажмете «Готово». Но мне вот это лишнее, да, я не хочу его добавлять здесь «Настройки». Вот, и я должен здесь, да, вот анимацию здесь еще. Мне надо просто будет потом эту кнопочку удалить, да, вот, удалить, удалить, удалить. А у меня она не... Так, сейчас посмотрим. А, вот, удалить тег. Все, нажал я удалить тег, и он у меня ушел. Ну вот. Вот так работает сервис Tiglink. Я нажимаю «Готово», и вот он у меня здесь. Чтобы поделиться, нажимаем кнопку «Делиться», выбираем «Поделиться ссылочкой». Обратите внимание, что лучше всего поставить вот здесь галочку, да, чтобы скрыть интерфейс сервиса Tiglink. Скопировали и поделились с участниками группы. И третий сервис, с которым я хочу познакомить вас, это сервис Udobe. Вот, он создан на основе H5P. Вот, и здесь у меня уже существует различные категории упражнений. Я уже выбираю интерактивный плакат, тот, что у меня был. Да? Вот. Здесь далее, смотрите, я открыл категорию интерактивных плакатов. Вот она моя работа, мы чуть позже ее посмотрим. Вот. Я нажимаю «Добавить», выбираю «Интерактивный контент». Если у вас здесь загрузится и будет надписи на английском, нажмите правую кнопку «Перевести на русский» и найдите горячие точки изображения. После этого нажимаете «Подробности», «Использовать», вот, и у вас открывается сам режим редактирования. Сюда вы пишете название, добавляете основной рисунок. Давайте я просто покажу вам на одном примере. Животные Африки.
Африки. Добавляю основу. Это у меня карта. Вот. Сейчас она вот загрузилась, да? Вот. Далее, что я делаю? Я определяюсь, что это будет за знак. Плюс, минус, количество и так далее. Я оставляю плюс, пусть будет. Цвет выбрал, в данном случае я выбирал зеленый цвет, да, так бы более-менее яркий, связанный с природой. Вот. Теперь обратите внимание, у нас сразу метка будет устанавливаться на одно и то же место появляться. Вы зажали левой клавишей, переместили ее в нужное место. Вот. В данном случае у меня на плакате в Geniale была вот здесь. Я просто постарался здесь сделать все так, как и там было. То есть единообразно. Если вы хотите, чтобы ваше изображение, которое вы сюда загрузите, покрывало весь рабочий стол, ставите вот здесь галочку. Далее. У меня был первый верблюд. Да? Я пишу верблюд. Вот. Далее я выбираю, что я хочу загрузить: текст, видео или рисунок. В данном случае у меня был рисунок. Я нажимаю «Рисунок», появляется кнопочка «Добавить». Я ищу свое изображение «Верблюд», нажимаю «Открыть». Вот здесь вы можете добавить альтернативный текст «Верблюд». Вот. Текст при наведении можно не добавлять. После того, когда вы создали первую интерактивную точку, нажимаете «Добавить», еще одну точку. Обратите внимание, опять же, на том же самом месте, но мы с вами передвигаем в другое место, да? Опять нажимаем «Обложка». Теперь у меня там был следующий, по-моему, «Скорпион». Вот точно так же я продолжаю, выбираю изображение, нажимаю, ищу скорпиона, вот он у меня, загружаю, вот опять же альтернативный текст «Скорпион». То есть теперь я думаю, что алгоритм работы с этим сервисом понятно. Вот здесь вы можете выбрать обложку, фоновую обложку для вашего интерактивного плаката. Я выбирал тот же самый файл «Африка». Вот так вот сделал. Когда он загрузился, я вижу, что уже здесь, я нажимаю «Закачать». Итак, у меня обложка моего интерактивного плаката выбрана. Проверяю «Отображать кнопки», кнопки авторских прав, я это оставляю. Нажимаю кнопочку «Сохранить». Вот я сохраню ее пока с двумя интерактивными точками, покажу тот плакат, который у меня уже сохранился. Ну вот, плакат в таком виде у нас будет. Смотрите, я нажимаю на кнопку, и у меня открывается верблюд. Я посмотрел. Вы сюда можете добавить текст и так далее. То есть, здесь существует достаточно много различных возможностей. Ну, а теперь покажу тот плакат, который уже у меня есть. Вот он под именем «Африка». Вот он будет выглядеть таким образом. Вы видите все горячие точки, да, то есть там, где находятся изображения. И вот жираф, вы можете посмотреть на него, полюбоваться видами Африки, вот, и так далее. То есть вот, собственно говоря, обзор трех сервисов. Пробуйте. Обязательно у вас получится. Спасибо за внимание. До новых встреч!